Спустя несколько месяцев после трагического крушения украинского Боинга 737 в небе Тегерана, Организация гражданской авиации Ирана опубликовала новые подробности инцидента, которые в двух словах говорят о том, что человеческая ошибка и плохая коммуникация между иранскими военными виновны в гибели пассажирского самолета 8 января. Все 176 человек, находившиеся на борту лайнера, погибли, когда самолет был сбит двумя зенитными ракетами вскоре после взлета в Тегеране. Лайнер направлялся в Киев. Первоначально Иран отрицал какую-либо роль в этом инциденте, но через несколько дней корпус стражи Исламской революции пришел в себя и заявил, что принял самолет за вражескую цель. Базы ПВО страны в то время находились в состоянии максимальной готовности. Несколькими часами ранее корпус стражи нанес мощный удар по авиабазе США в Ираке баллистическими ракетами, отомстив за убийство видного военачальника генерала Касима Сулеймани. Страна готовилась к контратаке США в любую минуту. The operator did not look at the plane in the sky. He saw it on the radar screen. That's why he thought that was a cruise missile. В докладе, опубликованной Организацией гражданской авиации Ирана, говорится, что зенитная ракетная батарея, обстрелявшая самолет, была недавно перемещена и не была должным образом откалибрована, что и заставило оператора неправильно идентифицировать пассажирский самолет. В сообщении также отмечается, что подразделение ПВО не могло связаться с командным центром и открыло огонь без официального одобрения. The downing of the Ukrainian plane was tragic for me and all of the Iranian people. At the time, Iran was bracing for United States retaliatory strike in a minute and all of the country bases were on high alert. The Iranian armed forces sought to defend their people against a United States attack, but unfortunately, they mistakenly shot a civil plane. I don't think common sense would accept such a claim that the downing was intentional. В истории коммерческой авиации было много инцидентов, связанных с крушением авиалайнеров, непреднамеренных или преднамеренных. В 2014 году рейс Malaysia Airlines 17 летел из Амстердама в Куала-Лумпур, когда его сбили в небе над Донбассом в юго-восточной Украине. Последний инцидент такого рода произошел в мае этого года, когда наземные войска Национальных сил обороны Эфиопии сбили африканский грузовой самолет с медикаментами, направлявшимся в Сомали для оказания помощи в связи с пандемией COVID-19. Несмотря на то, что Иран заявляет, что полностью прояснил все детали крушения Боинга 737, расшифровка черного ящика все еще может быть важна для предотвращения ошибок такого рода. Тегеран заявляет, что не располагает необходимым оборудованием для считывания данных с бортового самописца. Вот почему он отправил черный ящик во Францию 20 июля, где украинские и французские эксперты будут работать над восстановлением данных.